Российские военные передали гуманитарную помощь для женского сейданайского монастыря недалеко от Дамаска, пишет Благовест.инфо. Как рассказала журналистам настоятельница монастыря Феврония Напхан, сейчас у детей идут летние уроки, здесь они преподают французский и английский языки. Настоятельница также отметила, что во время конфликта территория в округе монастыря бомбили с северной стороны, при этом уроки продолжались, а жители соседнего населенного пункта всячески способствовали содержанию монастыря приносили продукты помогали материально со стороны ливана нас бомбили мы учили школа как раз находится на улице три раза попали но слава богу обошлось без жертв бог нас сохраняет храм тоже нас сохраняет мы все видели как огонь горел в округе сказала настоятельница